Я приветствую вас всех. Давайте начнем наш урок йоги. И сначала мы сядем так, как удобно. Прикроем глаза. И внутренним взором пройдем по всем частям тела. Почувствуем свою голову, обе руки, шею, грудь, живот, всю свою спину. Весь позвоночный столб от основания черепа до копчика, позвонок за позвонком. Давайте почувствуем бока, ягодицы. Ощутите, что вы сидите ровно на двух седалищных костях. Почувствуйте свои бедра, колени, икры, голеностопы, стопы, пальцы ног. Ощутите весь свой телесный храм. Почувствуйте от пальчиков ног до макушки. Делаем медленный глубокий вдох от низа живота до макушки. Сначала выдыхаем весь воздух. Задерживаем дыхание на несколько секунд. И делаем полный выдох. Давайте сделаем так еще два раза. Почувствуйте все свое тело. Медленно открываем глаза. Я еще раз приветствую вас всех, дорогие мои. Поздоровайтесь со своим телом. И теперь вот в этом состоянии внимательности к своему телу мы с вами будем заниматься. И первое, что мы сделаем, разминку. Давайте вытянем ножки. Положим правую ногу на бедро левой ноги. Кто как может. Левая рука упирается в пол,
Левая нога мысочек на себя, она очень сильная, а правую ножку мы разминаем в тазобедренном суставе, надавливая на колено правой ноги правой рукой. Сидим ровно на двух седалищных костях. Прям почувствуйте, как вы сидите на двух седалищных костях. И медленно или быстро, каждый в своем темпе, разминаем правую ногу. Разминаем тазобедренной правой ноги. Никогда не затаиваем дыхание. Всегда помним о том, что мы дышим ровно. Хорошо. Вытянули свою правую ногу. Сделали ее сразу сильной. Подняли левую ногу и положили на бедро правой ноги. Уперлись в пол правой рукой. Сидим ровно на двух седалищных костях. Почувствуйте это. И разминаем левую ногу. Дышим. Ножка не заваливается. Ножка ровная. Положите так, чтобы вам было удобно. Левую ногу. И с ровной спиной разминаем левую ногу. Хорошо, мы размяли правую и левую ножку. Теперь садимся, соединяем стопа к стопе и захватываем пальчики в замок. Чувствуем, что сидим на двух седалищных костях ровно. Не заваливаемся ни вперед, ни назад. Руки фиксируют ноги и фиксируют спину. Грудь чуть-чуть вперед. Ребра опустили вниз. Темечко тянется к потолку. И начинаем, словно бабочка, летать крылышками. Дышим ровно. Скажу вам один интересный секрет. Если у вас не получается как следует раскрыть ноги, вы можете немножко упереться в бедра предплечьями, и вы как бы бедрами давите руки, руками давите бедра, и сидите так 20 секунд. Прям сильные-сильные руки и сильные-сильные ноги. Ноги пытаются поднять вверх, руки опускают ноги вниз и расслабились. Таким образом, ваши мышцы расслабятся еще сильнее. Хорошо. Сделали вдох, собрали коленочки и с выдохом вытянули ноги. Проверили, что сидим на двух седалищных костях ровно. Соединили руки в намасте, локти в разные стороны. То есть это для того, чтобы мы не проваливались в груди. Нас сильные руки держат нашу грудь. Сделали вдох и с выдохом согнули правую ногу. Вдох, центр. Выдох, сгибаем левую ногу. Вдох, центр. Давайте сделаем так по 20 раз на каждую ногу. Вдох, центр. Выдох.
очень хорошо разминает коленочки, связочки, суставчики. Вы прям почувствуете, как ваши связки начинают расслабляться. Хорошо. Теперь опять сели со скрещенными ногами, кто как может, на две седалищные кости, сидим, делаем медленный вдох и с выдохом правая рука, я вам покажу, идет прям ровно за спину. Прямо вот посмотрите, вот ваш копчик. То есть сидим на двух седалищных костях. Ровно, проверили. Правая рука, вот ваш копчик. Она стала прям ровно по центру ваших ягодиц. Делаем вдох. И с выдохом левая рука захватывает бедро правой ноги. Делаем вдох. И с выдохом вы скручиваетесь от низа живота, очень легко скручиваетесь, не проваливаясь назад и вперед, не сгибая спину. Мы сидим ровно, бедра стремятся, ребра стремятся вниз, копчик подвернут. Делаем вдох и с выдохом постепенно скручиваемся в правую сторону. Правая рука, рычаг, она не согнута, она очень сильная, локоть даже может быть чуть-чуть подтянут. И дышим. И я сейчас сяду вот так. И не только, ваше тело уходит в противоположную сторону, в правую, но и глаза, и голова, и шея, прям вы скручиваете, все. Сильная правая рука не дает вашему телу завалиться, помните об этом. Итак, давайте делаем вдох, и с выдохом скрутились. Проверьте еще раз, что вы сидите ровно на двух седалищных костях. Ваша спина ровная. Вы не заваливаетесь. И вы постоянно подкручиваетесь. Вы как будто со вдохом, как будто вырастаете, а с выдохом чуть-чуть подкручиваетесь. Дышим ровно и медленно. Вдох. Мы вырастаем, как будто нас кто-то тянет за макушечку. Выдох. Мы чуть-чуть, практически ментально подкручиваемся.
Сидим, направляя все внимание в свое тело. Чувствуем, воспринимаем, ощущаем свое тело. Со вдохом мы возвращаемся в центр, делаем выдох, проверяем, что мы сидим ровно на двух седалищных костях, делаем медленный вдох и с выдохом скручиваемся в противоположную сторону. Смотрим, что рука легла ровно, рука сильная. Левая рука, правая рука лежит на бедре. Мы делаем вдох и еще раз подкручиваем максимально все тело. Поочередно живот, спина, грудь, шея, голова и глаза. Делаем вдох, мы как будто вырастаем. С выдохом мы еще немножечко подкручиваем свое тело. Но без насилия. Это скорее такое ментальное действие. Все внимание в теле. Не убегаем мыслями. Стараемся находиться здесь и сейчас. Наблюдаем за своим дыханием. Отлично, со вдохом развернулись, сделали выдох. Положили ручки на колени, обхватили свои коленочки. И начинаем медленно вращаться по кругу. То есть у нас идет сначала грудь, одна грудь, другая. Мы как бы от груди ложимся вниз и, максимально прогибаясь, держа руками себя за колени, отклоняемся, выгибая спину назад. Сидим на двух седалищных костях, то есть мы помним, что кости у нас ровно давят в пол. Макушечка тянется к потолку. Голова не опускается и не задирается. Мы сидим ровно, смотрим перед собой и чуть-чуть выше. Делаем вдох и с выдохом. Вдох, когда спина назад. Выдох, когда грудь вперед. Давайте 20 раз в одну сторону. Старайтесь глаза не опускать, а держать либо горизонтально, либо чуть-чуть повыше. Чувствуйте все свое тело. Разминаем, ощущаем. Вдох, выдох, дыхание не задерживаем.
Амплитуда должна быть такая, которая вам комфортна. То есть вы не делаете слишком большую амплитуду вращения. Просто комфортно разминаем тело, делаем круги. Стараясь не отрывать седалищные кости от пола. Хорошо. И в другую сторону. Двадцать раз. Делаем вращение вокруг своей оси, как будто. Вдох вперед. Выдох назад. Легкая улыбочка на лице, глаза смотрят чуть выше или горизонтально. Хорошо, дорогие мои. Теперь мы вытягиваем ножки, садимся опять на две седалищные кости, руки чуть дальше наших ягодиц. Где-то пальцы, может быть, где начинаются ягодицы, ладошки дальше. Руки ставим пальцами вперед, ножки сильные. Чувствуем, что сидим на двух седалищных костях. Грудь расправляем, макушка тянется к потолку. Ребра толкаем вниз, то есть мы не прогибаемся слишком, но и в то же время не скривляем спину. Ребра тянутся вниз, плечи расправлены. Делаем вдох, и с выдохом мы ноги ставим на ребра в одну сторону. Боковая часть тазобедренного тоже стоит на полу. И голова в противоположную сторону. Делаем вдох, середина, выпрямились. С выдохом в другую сторону. Ножки сильные, руки сильные. Мы не проваливаемся. У нас нижняя часть тела лежит на полу. Верхняя вверху. Голова смотрит в противоположную сторону. Мы скручиваемся в центре тела. Делаем вдох, вытягиваемся. Выдох, скручиваемся. Ножки сильные. Вдох, выдох. Не проваливаемся еще раз. Руки сильные. Вдох, выдох. Ладошки давят в пол ровно. Почувствуйте, как ладошки давят в пол ровно. Вдох, центр. Выдох, периферия. Все внимание в тело. Когда мы делаем вдох, мы смотрим перед собой. Когда мы делаем выдох, глаза уходят максимально в сторону. Ноги стараемся держать ровно.
Прям чувствуйте все свое тело. Чувствуйте, как вытягиваются ваши бока. Направляйте внимание туда, где происходит вытяжение. Делайте аккуратно, без рывков. Хорошо. Теперь сели так, чтобы ноги были на начале коврика. Соединили ручки. Стопы направили на себя. И мы как бы отшагиваем. Отшагиваем нашими ногами, лежащими на полу, поочередно то назад, то вперед. Делаем бодренько, весело, держим тело ровным, ходим, сидя на полу. Можно с максимальной амплитудой тела, так чтобы это было вам весело. Дышим, помним про дыхание. Если устали, отдохните. Если нет, то продолжим еще немножко ходить по коврику, сидя на полу. Хорошо, дорогие мои. Теперь давайте мы ляжем, раскинем руки в разные стороны. Почувствуем, что наши лопаточки ровно давят в пол. Ощутим, что спина вся распластана по полу. У нас нет прогиба в лордозе, в спине. Мы прям поясницу распластали по полу. Стопы стоят на полу ровно. Делаем вдох. И с выдохом коленочки в одну сторону, голова в другую. Коленочки держим вместе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все внимание в тело. В этой асане, если хотите, можете прикрыть глаза. Делаем по 20 раз в каждую сторону. Чувствуем все свое тело, ощущаем свою спину,
поясницу. То есть каждый раз, когда мы в центр приходим, мы сразу укладываем поясницу. Она не отрывается. Вот такого нет. Раз и уложили. Выдох. Вдох. Уложили поясницу. Выдох. Легкая улыбочка на лице. Колени держим вместе. Чувствуем, что с каждым наклоном ног становится это делать все легче и легче. Центр вдох, выдох периферия. Чувствуем, как легче становится нашей спине, нашему тазобедренному, нашим лопаткам. Как разминается область шеи, разогревается. Направляйте внимание в тело. Не уходите в свои мысли. Наблюдайте за своим дыханием. Чем больше ваше внимание к тому, что вы делаете, тем лучший эффект будет от упражнений, от занятий йоги. Итак, легли опять в центр. Руки продолжают быть также расставленными в стороны. Спина прижата, поясница к полу. Мы расставляем пяточки ног и подтягиваем пяточки максимально близко к ягодицам, так, чтобы было удобно. Прям подтянули. Почувствовали, что две лопатки давят в пол ровно, поясница не отрывается, спина просто распластана по полу. Делаем вдох и с выдохом оба колена тянутся в пол. Вдох – центр, выдох – периферия. Особенно верхнее колено вы стараетесь дотянуть в пол, но без насилия. Колени в одну сторону, голова в другую. Вдох – центр, пяточки подтягиваем, спину распластываем. Выдох – периферия. Стараемся дотянуть верхнее колено вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Делаем, не торопимся. Каждый в своем ритме, можно прикрыть глаза. Вдох, выдох. По 20 раз в каждую сторону. Давайте попробуем сделать это молча, с направлением внимания в свое тело, с наблюдением за дыханием,
и с наблюдением за тем, как ваше тело движется. Поехали. Вдох, выдох. Направляем внимание на то, что вы делаете, на свое действие. Чувствуете, как ноги отрываются от пола и опускаются. Ощущайте, воспринимайте то, что вы делаете. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Чувствуйте, как поясница распластывается по полу. Выдох. Вдох. Выдох. Чувствуйте все свое тело. Прекрасно. Продолжаем лежать на коврике. Распластали поясницу. Поднимаем ножки. И начинаем по кругу вращаться на пояснице. Прям чувствуете, как вы разминаете всю область поясницы и крестца. Так, чуть-чуть мне что-то мешает. Почувствуйте, как вы вращаетесь на пояснице. Мы делаем круговые движения согнутыми ногами поочередно от спины. Руки можно либо выпрямить, либо подсогнуть в локтях, это не важно.
как вы хотите. Главное, чувствуйте, что разминается вся область вашей поясницы, вся спина, нижняя часть спины. Почувствуйте, расслабьте всю свою спину. И в другую сторону. Прекрасно, дорогие мои. Прекрасно. Делали вдох и с выдохом расслабьтесь немножко. Лежим, ощущаем свое тело. Ощущаем и воспринимаем все вибрации, все изменения в теле. Расслабьтесь максимально. Расслабьте все свое лицо, нижнюю челюсть, затылок, шею. Обе руки. Почувствуйте, как они расслаблены. Ощутите весь свой позвоночный столб. Всю спину. Грудь. Живот. Бедра. Колени. Икры. Голеностопы. Стопы и пальцы ног. Почувствуйте все свое тело. И расслабьте его еще сильнее. Делаем медленный глубокий вдох, выдох. Со следующим вдохом мы вытягиваем руки за голову и сильно-сильно, напрягая все свое тело, тянемся. С выдохом бросили руки, расслабились. Медленно сгибаем ноги в коленях, руки в локтях. Переворачиваемся на бок и при помощи руки садимся. Первый блок под названием «Разминка» подошел к концу. Те, кто только начинает заниматься, могут на этом остановиться. А кто
готов заниматься дальше. Смотрите второй блок.